Вот смотрите, прошло 50 минут, и у нас тесто, смотрите, как надулось кулечки. Вот когда кулечек так надулся, как шарик, тесто у нас готово. И мы начинаем потом уже замешивать его в муке. Привет всем! Сегодня я вам покажу, как можно сделать простое, сдобное тесто, дрожжевое, на воде. Это получается экономично, не задевает много затрат. Так, сейчас я это разрежем. Сначала, значит, нужно, чтобы у нас поднялись дрожжи. Высыпаем пакетик дрожжей. Ложим ложку сахара чайную, полную с горкой. И примерно где-то четвертую часть воды теплой. И хорошо размешиваем. Хорошо размешиваем. Так, смотрите, наши дрожжи подошли. Значит, в миску мы высыпаем муку, ну, примерно с килограмм. Солим. Ой, заморалась тут немножко. Солим, значит, наше тесто. И высыпаем все наши дрожжи. О, как здорово поднялись. Буквально 15 минут, и все, они поднялись. Значит, добавляем масло подсолнечное, ну, примерно 2-3 столовых ложки. Больше этого не надо, этого достаточно. И начинаем, значит, замешивать. Наливаем теплую воду в тесто. Немного, потихонечку, помаленечку. И все перемешиваем. Тесто получается очень воздушным, мягким, в общем, классным. Это тесто делаем всегда. Муку можно брать любую, и высший сорт, и первый. Здесь разницы никакой нет. Тесто в любом случае получается. Добавляем воду до тех пор, чтобы тесто у нас было не густое, а чтобы оно прилипало к рукам, но и не жидкое. Еще чуть-чуть. Думаю, это уже все достаточно, хватит. И хорошо все перемешиваем. Сейчас вам покажу, какое должно быть тесто. Потому что если вы его очень замесите густо, оно будет немножечко жестким каким-то. Ну, не знаю, мне не нравится. Вот, смотрите, какое оно должно быть. Вот это вот самое хорошее получилось у нас тесто. Вот видите, оно вроде бы и не густое, и не жидкое, но прилипает к ложке. Все. Теперь мы это тесто перекладываем в кулек. Вы не ослышались. Перекладываем в кулек. Берем кулек. Ложим в кулечек наше тесто все. Так, сейчас я здесь все его полностью возьму. Так. Так, дальше что мы делаем? Мы кулек. Смотрите, как делаем. Здесь зажимаем и выпускаем вот так все, весь воздух. Далее, значит, вверх закручиваем и завязываем, чтобы у нас воздух вообще не попал. И оставляем тесто минут на 40, чтобы оно у нас хорошо поднялось. Вот смотрите, прошло 50 минут, и у нас тесто, смотрите, как надулось кулечки. Вот когда кулечек так надулся, как шарик, тесто у нас готово. И мы начинаем потом уже замешивать его в муке. Так, смотрите, сейчас будем замешивать тесто в муке. Значит, на стол немножечко муки. У нас немножечко какая-то такая сыроватая. Тесто выкладываем в кулечко.
Оно очень хорошо открепляется, от кулечка отходит. О, какое! Классное получилось, классно. И замешиваем. И вот чуть-чуть совершенно. Вот все, наше тесто готово. Посмотрите, какое оно получилось. Ой, пышненькое, мягонькое. С такого теста можно жарить пирожки, печь духовки, пироги. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.